Всем ку. Ну что, ребят, продолжаем выживать. Так, в этой серии я хочу, наверное, построить все-таки это как и компьютер, вызвать торговца и установить дипмайнер, чтобы я избавился от постоянного фарма вот этих вот ресурсов, чтобы у меня автоматически все это и шло. Так, немножечко у нас изменилось, как видите. Я убрал комнату с кислородом и водой, перенес сюда. И разобрал. Все, установил автолад, принтер электроники и сгибатель труб. Повесил полочки. Установил сюда мой самый любимый кондер в этой игре. Теперь я могу себе охлаждать постоянно, даже не парясь. Так что мы красавчики. Так, а это мы будем с вами спутниковую тарелку крутить влево-вправо, чтобы не выходить на улицу. Так, давайте, наверное, начинать, чтобы не затягивать. Медь мы положим вот сюда. Давайте закрываем, берем в руки компьютер и смотрим. Да, наверное, куда-то сюда компьютер установим. Нужно будет, наверное, закупить сейчас воды и кислороду. Самое главное, то, что нам надо, это водичка и кислород. И можно, в принципе, думать о том, как построить комнатку, где мы будем выращивать с вами еду. Да плюс посмотреть, что нужно будет торговцу, чтобы, к примеру, немножко пофармить, продать ему и закупить либо воду, либо газ, либо кислород, либо что-то одно из двух. Так, давайте дальше. Так, давай кусочки. Давай сюда. Подключить, подключить. Подключить, подключить. Все, здесь разобрались. Идемте на уличку. Это нам пока мест не надо. Идемте на уличку. Установим, наверное, спутниковую тарелку сюда. Я не знаю, при такой температуре. Может, ее в дом занести. Так, сейчас, секунду. Я думаю, может и просто потом отдельный ангар сделать. Не знаю, выдержит ли она такую температуру. Так, что тебе нужно? Тебе нужен, по-моему, листаль, да. Так, есть. Что дальше? По-моему, кабель. Кабель, я сказал. Не, не кабель. А, разводной ключ, да? Да. Шикарно. И теперь лист пластика. Все, все вот это у нас уже с вами есть. Шикарно. Да, и нужно будет сделать себе чип. Запрограммировать его, чтобы каждый раз мы не тыркали с вами вот эти вот фильтры. Так, 4500 установили, хорошо. Идемте дальше. Идемте дальше устанавливать. Так, сюда нужен нам вот кросс, кросс, кросс. Пока мы сделаем 3 на 3. Пока мы сделаем 3 на 3. Сюда нужно будет еще подключить нам вот эту вот штуку. Все. Карна. Тебе, по-моему, нужен только моток кабеля. Да, нужно будет сейчас туда подключить. А тебе нужен будет листали и сварка. Все, шикарно, 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 шикарно. Отлично. Так, давайте здесь подключим наш кабель. Конечно, места мало, но в тесноте да не в обиде. Так, давай смотреть, давай смотреть, давай, давай, давай смотреть. Вот так. Вот так. Так, 2, 3, 4 и 5. Все, все, хорошо. Можно выйти. Можно ли мне выйти? Вроде бы нет, не все. Мы забыли тебя включить. Только не упади. Мы забыли тебя включить. Ага, ты опять задыхаешься. Все, свет можно пока выключить. Тарелку включили, тарелку включили.
Вроде бы как бы. Так что идемте подключать компьютер и смотреть. Сейчас давайте закупимся, наверное, по максимуму водой и кислородом. И пойдем подключать нашу дипферму. Так. Давайте все самое лишнее, что нам не нужно, мы сложим вот сюда. Все, это нам не надо. И мотокабеля. Хотя тоже пока не надо. Я буду... Дай, пройду. Я буду потом просто подключать, отключать. Пока мисс у меня нету на это все. Столько ресурсов. Так, давайте здесь накрутим 360 на регуляторе. Так, 360, хорошо. Здесь мы поставим 90. Зажимайте буковку С, то есть S. S зажимаете. И можно по одной штучке убирать. Все, отлично. Так, здесь у нас идет чип записи. Так, регулятор, чип записи. Здесь первый регулятор, потом регулятор. Все, есть, отлично. Здесь у нас будет спутниковая тарелка. С левой стороны, видите, зелененький пишется спутниковая тарелка. И здесь спутниковая тарелка, хорошо. А здесь нам нужно будет выбрать вертикаль. А тут точки горизонталь. Есть, все. Включили. Надеюсь, сейчас не бомбанет. Бум. Есть. Шикарно. Поехали. Что не так? А, я не включил. Включил? Да, включил. И тебя тоже включил. Во. Нам нужен газ. Нужно, чтобы на этой штуке был написан газ. Нам нужен 3 на 3. Не, 5 на 5 нам не подойдет. Нам 3 на 3 нужно, чтобы там газ было написано. Давайте смотреть. Давайте крутить. Не знаю, сможем ли мы сразу сейчас найти. Ну все, 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 все. Все, прекращай, потому что я сам задыхаться начинаю. Не, мне 3 на 3 нужен газ, 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 газ. А здесь давай, наверное, тебя вот так установим, пока место на 0. Потому что это, по-моему, здесь у нас идут эти, как его, стены, каркасы. Наверное, тому подобное. Ну? Я просто не знаю, сколько его крутить и куда. Но главное, что работает. Главное, что, как говорится, система работает. А куда его крутить, это уже такое дело. Так, энергии хватает, хватает. Температура 24, вроде пока здесь не сильно жарко. Так, остановилась. Ага, ну давай еще. Давайте я выше попробуем сделать. Блин, ну ты, по-моему... Нет, ну ты... мы-то можем, конечно, тебя сейчас. Но ты не тот торговец, который мне нужен. Мне нужно, чтобы тут было газ написано. Ладно, давайте попробуем хотя бы вызвать его, посмотреть, работает ли у нас вообще система. И правильно ли мы все подключили.
Так, все, не задыхайся. Бонжур. Что у вас есть вкусненького? Ага, все-таки есть лед. Эксид. Но у торговца, у которого написано газ, у него уже в баллонах это все. Блин, ну летучие вещества мне тоже понадобятся. Мне нужно будет делать суперплавы. А без него я печку никак не раскочегарю. Улучшенную нашу. Давайте, наверное, мы штучек. Сколько? Ну, насколько на 3? На 200. 100 долларов. Во, тут 200. А тут 400. Сколько это? 200. 300 баксов, да? На 300 баксов. Давайте, наверное, закупим. Не пожалеем денег. Хорошо. А ты у нас хочешь купить? Ты у нас хочешь купить, ага, 200 баксов. Бур. Так, вторая стадия, хорошо. Инструменты, не, до инструментов мне еще далековатненько. Все, у тебя вроде ничего нету. То, чего нам надо, да, ничего нету. Ладно, давай попрощаемся. И попробуем. Попробуем поискать. Дай зайти. Дай, пожалуйста, зайти. И попробуем поискать торговца, где написано газ. У него как раз там в баллонах должно это все продаваться. Так, а теперь меня интересует другой вопрос. Не растает ли у меня на складе мой оксид? Не растаешь ли ты у меня на складе? Так, кто в курсе, не зря я ли это сделал? То, что вот когда будет выпадать, это понятно, что он растает. Я могу здесь спокойно сделать с помощью кондера себе минусовую температуру. В самом складе он не растает. Так, давай, наверное... Давай, наверное, крутить и искать... Искать газ. Крутишься ж? Вроде бы как бы. Так, надеюсь, я не перепутал. Местами. Или перепутал. Горизонталь, вертикаль. Так, а давайте поставим это все на ноль и проверим. Так, накрутим. Ага, я, наверное, перепутал, да? Да, наверное, я перепутал. Наверное, тут нужно ставить 90, а здесь 360. Да, давайте, наверное, сейчас так и сделаем. Возьмем в руки отверточку. Наверное, здесь мы поставим с вами... Так, 90. И вроде должно быть нормально. Максимум 90, а здесь мы поставим 360. Так, не туда. О, ты уже задыхаться начинаешь, да? Так, давай на ноль. Включаем свет. На ноль. А ты, получается, давай к
Крутись на 360. И ищи мне торговца, у которого написано газ. Блин, ну самое главное, что мы вот закупили. Вот, все, у нас есть. Мы теперь даже можем поставить сейчас сюда измельчитель льда, фильтры. И наделать себе воды и кислорода. Но мне хочется найти еще торговца. Так, а давайте проверим. Сейчас так наделаем. И посмотрим, куда она его крутит. Да, правильно, оно его 360 градусов крутит. Да, все правильно. Теперь все правильно подсоединили. Потому что изначально они так сделали. Но ничего, бывает. На ошибках учатся же, правильно? Правильно. Так. Закрыть. Давай дальше смотреть. Ну. Ну, найди мне газ. Просто реально не хочется устанавливать здесь эти, как его, вот эти фильтры и всему подобное. Я так бы в баллонах просто себе закупал бы спокойно. А этот оксид использовал бы просто как этот, как его, как топливо для улучшенной печки. Да плюс для моего садика нужно будет там садить помидорки, огурки, картошку. Как говорится, наш огородик развивать. Так, мы пить скоро захотим. Давайте попьем. Давайте попьем. Ну что? Не, не ищет. Блин. Не быстрое это дело, конечно. Что поделаешь? Ну, в принципе, я думаю, мне вот этого вот должно, по идее, хватить. Пока мы не начнем строить с вами теплицу. Ну то, я перед тем, как строить теплицу, я хочу другую одну построечку сделать. А для этого мне нужно очень-очень много ресурсов. Да плюс времени. Не знаю, сколько дней это займет. Но сколько бы не заняло, будем это реализовывать. Угу. Так, ладно, давайте, наверное, пока месь, пусть оно его ищет, крутит, а мы с вами, наверное, займемся установкой наших этих, как его, центрифуг. И пусть потихоньку добываются ресурсы. Правильно? Чё время зря терять? А под конец ролика уже посмотрим. Может, мы и найдем человека, которого мы сможем купить просто баллоны с газом. Так, все. Ты пока месь ищи. А мы пошлите с вами... Дай зайти. Дай. А мы пошли вот сюда. Да, надо будет, наверное, после записи сделать себе чип. Так. Давай смотреть. Так, сюда ты будешь закидывать, оттуда будет выпадать. Правильно, правильно. Раз. Нужно так будет сделать, чтобы удобно было мне к нему подходить. Смогу подойти. Но по идее, да, смогу. Два. Так, давайте дальше смотреть. Давай вот так. Три. Здесь, наверное, четыре.
Здесь оно отсюда будет выпадать. Вроде нормально. 5-6. Так. Хочу по максимуму это все сделать. Так, давай, наверное, ты сюда. Только единственное, не знаю, не поплавит ли его при такой температуре здесь. 5 и 6, да? Давай, наверное. Вот так вот. Теперь мне нужен... Ага, мне теперь сталь, по-моему, нужна, если я не ошибаюсь. Сталь, да? Сколько мне надо? Листали две штуки. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12 штучек. А у нас есть там 12 штучек? Или нам нужно будет делать? Сейчас нужно посмотреть. Сейчас нужно будет посмотреть. Так, давай. Просто если не хватит, придется компьютер выключать. 18. Вроде должно хватить. Ну что? Газ есть, газа нету, да? Давай еще крутим. Давай крутим, пока месь крутится. И ищем, пока месь ищется. Так, пошлите. Пошлите доделать. Все, 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 все. Я не уверен, конечно, что у меня подтянет вот мои вот эти все ветрогенераторы. Центрифуги все мои, но сколько потянет, столько потянет. Так, что нужно? Разводной ключ. Хорошо. Хорошо. Раз. Ага, не хватит мне. Мне не хватит. Ладно, нужно будет еще сейчас эти делать. Значит, спутниковую тарелку придется сейчас выключить. Киюшки, но ничего страшного. Так, раз, два. Так, два, четыре, шесть. Шесть листочков нужно будет сделать. Нужно будет сделать шесть листочков. Так, теперь мне нужны... Нет, не кусачки, мне нужен провод. Нужен провод. Все, мы тебя выключаем, подключаем. Так, мне теперь нужна сталь. Сталь у меня тут находится. Для того, чтобы мне надо было сделать центрифугу и дипмайнер, мне нужно было, во-первых, улучшить автолат, а для этого мне нужны были вот эти вот Константан, Электрум, блин, как же я ломал себе голову, чтобы сделать себе их в печке без основных газов, так сказать. Так, но все-таки нашел выход. Не поверите. Листали 6 штук, да, по-моему? Так, раз. Можно, конечно, сюда стакер поставить, но не, мне впадло. И так вроде нормально. Так, 5 и 6. Все, отлично. Вырубаем. Здесь мы не забываем сразу обрезать, чтобы у нас не коротнуло. Здесь мы включаем. И смотрим. Так, давайте, наверное, тебя ниже пустим. Ниже, я сказал. Фу, ты опять дышать начинаешь, да? Низкий заряд. И давай тебя, наверное, вот сюда. И ищи мне, пожалуйста, торговца. Что такое? Я же включил, выключил. Что не так? Что тебе вечно, блин, не устраивает? Так, идемте. Все, прекращай. Все, берем в руки. Заварить. Заварить и заварить. Осталось это все дело подключить. Надеюсь, мне 26 проводов хватит. Потому что я не уверен, что у меня есть медь. Так.
Так, хорошо. Хорошо, хорошо. И надеюсь, что и тебя здесь не поплавит, тебе не нужно вставить куда-то внутрь. Хотя тебя можно и так провести. Так, скажи, пожалуйста, что у тебя хватит меня проводов. Скажи, пожалуйста, что мне тебе хватит проводов подключить. Так. Три провода осталось. Зелененькую вроде не надо, да, подключать? Работаешь? Работаешь? Работаешь. Отлично. Давай подключаем. Подключаем, подключаем. Отсюда потом будет выпадать металл. Мне, в принципе, так. Не впадло будет руками собрать. Все равно нужно будет потом переносить, наверное, эту установку. Либо нет. Так, сюда и мы пройдем. Сюда не пройдем. Ну, на крайняк. Крайняк что-то придумаем. Так, ладно. Давайте включать самое главное. А вот самое главное вот это вот. Наш дипмайнер. С помощью этого дипмайнера мы сможем фармить с вами сейчас руду грязную бесконечно, я так понимаю. Будем ее фармить. Так, а ну по камезе, я думаю, в принципе, можно пока выключить. Пока камезь выключить. Я уверен, что мне батареи, да, на тебя на все не хватит. Нужно либо солнечную будет устанавливать, либо еще ветряков. Так, кто в курсе вот такого вот количества ветряков? Хватит ли мне на дипмайнер и на вот, центрифугу? Если да, то шикарно. Если не, нужно будет что-то додумывать. Так, да твою ж... Ну что там? Добрался до центра Земли или нет? Так, свет, я думаю, можно пока выключить, да? Сейчас отсюда, по идее, должно выпадать. По идее, если я все правильно сделал. По идее, должно все выпадать. Да, пошло. Все, шикарно. Будет заполняться у нас полностью коробочка. Конечно, когда шторм, вот это все будет повреждаться. Вот это вот все будет повреждаться. Но ничего страшного. Так, давай еще. Давай, 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 давай еще. Чтоб сразу 50 штучек закинуть. Не уверен, что мне нужна сразу такая большая яма. Можно было меньше, конечно, сделать. Блин, нужно она будет, наверное, сюда. Это как его каркас поставить и зашить немножко, поднять это все. Но будешь выпадать. Давай. Давай, я в тебя верю. Больше одного дипмайнера нету смысла ставить. Просто пока месь оно все прокрутится, пока месь оно его переработает. Я думаю, оно накопает полную яму нам тут. О! Стой, дай, дай. Ну дай, ну пожалуйста. Угу, нужно спускаться, да? Ладно. Спустимся, спустимся. 22. Хорошо. В принципе, 22 нам пока месь хватит, чтобы продемонстрировать. Да что ж такое, ёж твою. Так, все, включаем. И пошло. Все, сейчас она наберет обороты. Сейчас она наберет обороты. И как раз будет потихонечку. Будем смотреть. Да, конечно, это дело не быстрое и громкое, как вы видите, но лучше так, чем руками копать. Все, начинается, да, нормально обороты набирает.
Зачем мне столько? Много, потому что больше 50 штук сюда не влазит. А с 50 штук может быть там 3-4 железа всего. Ну, то есть, вы сами понимаете. Лучше больше, чем меньше. Правильно? Так, и первый металл какой у нас тут? Серебро, одна штучка. Опа, хороша. Отлично. Ну все, в принципе, нормально. Пусть тут... Так, пусть тут собирается. Давайте, наверное, мы... Что с вами сделаем? Так, не туда, не туда. Это мы сюда. Это мы сюда. Я хочу сделать... Так. Да не туда. Вот. Раз, два забрать. Хорошо. Потом сделаем, когда нафармим. Просто установить вниз. Вот так вот. Чтоб оно падало. Отлично. Так, теперь мне нужен так и... Все, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Теперь мы будем видеть, сколько у нас тут будет падать всего. Правильно, правильно. Потом можно будет взять стеночку, наверное, стенками просто вот тут зашить, чтобы она не выпадала никуда. Так, одна медь, одно серебро, одно железо. Вообще прикольненько. А давай в тебя, работай. Ну, короче, будем постепенно, помаленьку, когда нас собираем много. Так, остановить, вставить, все. Когда нас собираем много грязной руды, позакидываем просто во все. И будем потихонечку, как говорится, работать. Все, с этим мы разобрались. С этим все отлично. Теперь давайте посмотрим по поводу спутниковой тарелки. Нашло оно нам то, что нам нужно или нет. По большому счету, серия доволен, я сделал то, что я хотел. Без записи я могу, наверное, все-таки спокойно найти, где написано газ. Так, 3 на 3. ЛЛЛ, это что такое? Давай посмотрим. Давай посмотрим, что это такое. В принципе, кажется, без записи я смогу найти, где продаются баки с баллоном с водой, позакупать их, чтобы мне хватило на стройку. И в следующей серии, наверное, займемся этим, как его, либо огородом, либо нашей основной базой. Но для этого мне надо будет пару дней, чтобы у меня пофармила наша, это как его, наша ферма с материалами. Так, идем смотреть, что нам привезли. Так, отпусти меня, пожалуйста. Что ты нам вкусного привез? Бонжур. Ага, металл, да? Металл, металл, а тебе? Ага, эти могу тоже продать. И железо, и медь, и золото, да? Во. Шикарно. Шикарно. 300 баксов. Ну, 300 баксов, 300 баксов. Крыса есть 300 баксов. Ладно. Я тебе даже сплавы могу купить некоторые. Угу. Но я мог, конечно, подождать торговца и купить у него сплавы, и потом заниматься всем это делом, но я решил, что для серии лучше будет сделать так. Ладно. Мне интересно, а если я не буду его отпускать, он будет исчезать или нет? Или он будет стоять до талого? Надо будет так попробовать с этим, как его, с водой. Все, ты давай, пока-пока. Прилетай еще. Идемте посмотрим, сколько у нас тут нафармило. 11 штучек, да? Ну, в принципе, нормально.
принципе, нормально. Так, свет включаем. И включаем обратно. И я думаю, так можно будет где-то... Где-то, чтобы каждых слитков было здесь у меня штук по 300, по 400. И будет хорошо. Так, ну батареи на 2... Вот такие центрифуги и один майнер, в принципе, справляется, я думаю, да? Да. Ну и шикарно. Так ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Особенно кто досмотрел до этого момента. За лайкосики, как говорится, и за подписку. Будем мы расширяться. Будем мы расширяться, наверное, в эту вот сторону. В этой стороне мы сделаем потом здесь, наверное, улучшенную печку на улице. Либо не на улице, я не знаю, нужно будет смотреть. А может, я улучшенную печку и внутри сделаю себя. Для плавки металлов. Посмотрим, разберемся. Главное, как говорится, начало положено. У нас руда фармится. Торговец есть. Вода, еда тоже пока мисс головой. Кислород тоже есть. Так что будем развиваться. Да, и в эту сторону, наверное, надо будет сделать огромный аэропорт-аэродром. Но для этого нужно будет повыравнивать это все. Но это уже, как говорится, будет в следующих сериях. Все, всем мур-мур, всем пока-пока и всем до потом, ребят.